Центральном дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный десятилетию общественной организации «Дети солнца и дождя». В ней состоит около 100 семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря спонсорам и волонтерам для детей проводят экскурсии, выездные занятия с привлечением узкопрофильных специалистов. Главная задача организации – социализация, развитие и общение детей друг с другом, юридическая и психологическая помощь родителям. То, что вы делаете, это, наверное, не только от солнца и от дождя, но и от Бога. Это вот ваша такая преданность детям, это желание сделать все возможное, чтобы они были счастливыми в этой жизни. По словам депутата, родители особенных детей активно участвуют в общественной жизни городского округа Щелково и всего Подмосковья. Их неравнодушие помогает реализовывать программу «Доступная среда», делая жизнь более комфортной для каждого. Самоотверженность этих семей в стремлении дать образование и счастливое будущее своим детям, безусловно, заслуживает уважения. В этот день в холле ДК прошла фотовыставка. К празднику приурочили и вручение благодарственных писем самым активным волонтерам. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.